Одни налево, другие направо. Правда, как ты прав был. Куда дым-то делся? Я только он стоял, даже не пахло. Чуть-чуть и все. Все желающие зашли, молимся. Царю небесный, утешителю души истины, и живи земцы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни продателю, приди вселиться в ныне, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш небесный, молим Тебя в имени Господа нашего Иисуса Христа, прибудь с нами. Научи нас пребывать в истине Твоей, слышать Слово Твое, которое должно быть для нас слаще меда. Господи, соделай наши каменные сердца плотяными, приготовь нас к этому поприщу Великого Поста, чтобы к светлому празднику мы пришли готовыми, достойны встретить его. Тебе слава, воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Традицию не будем нарушать, которую батюшка установил, благословил толкование святых отцов на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня в храме читалось Евангелие от Матфея, 25 глава, с 31 по 46 стихи. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Толкование. Так как первое пришествие Господа было неславно и сопровождалось бесчестием и поруганием, то о втором Он говорит, когда приидет во славе Своей. Ибо второе пришествие Его будет сопровождаться многою славою и страхом великим. Воинство ангельское будет служить Ему. Прежде всего Господь отлучит святых апостолов и всех праведных от грешников, освобождая их от грядущего страха, и потом, поставив, будет говорить к ним. Овцами называет святых по кротости их,
и потому что они доставляют нам плоды и пользу, как овцы, и дают пищу, шерсть и молоко, то есть пищу учения и покров духовной одежды. Грешников же называют козлищами, потому что и они ходят по стремнинам, и они беспорядочны и бесплодны, как козлище. Матфея 25, 34, 40. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Толкование. Господь не прежде рассуждения награждает или наказывает, потому что Он человеколюбив. А этим и нас научает тому, чтобы не наказывать прежде исследования дела. Таким образом, после суда наказанные будут еще более безответны. Святые называются благословенными, как воспринятые Отцом. Господь именует их наследниками царства, чтобы доказать, что Он делает их общниками Своей славы, как чад Своих. Ибо не сказал «приимите», но «наследуйте», как бы некое отеческое имение. Называет меньшими братьями или учеников Своих, или всех вообще бедных, так как всякий бедный по тому же самому брат Христа, что Христос жил в бедности. Заметь здесь правосудие Божие, как Господь восхваляет святых, а вместе и их благомыслие, как по скромности они не признают себя питателями Господа, но Господь относит к себе самому то, что сделано для бедных. Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 по 46 стихи. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Толкование. Блаженный Феофилакт Болгарский. Стоящих слева Господь посылает в огонь, уготованный дьяволу. Так как демоны безжалостны и вражески расположены к нам, то прилично осуждаются на то же наказание люди, имеющие такое же свойство и за свои дела, подвергшиеся проклятию. Заметь, что Бог не для людей уготовал огненное мучение, а для дьявола,
но я сам себя делаю достойным мучения. Представляя сие, вострепещи, человек. Вот, посылаются эти люди в муку не за то, что они блудники, или убийцы, или хищники, или совершители, или совершили другое какое злодеяние, а за то, что не сделали никакого добра. Ибо если внимательно рассмотреть, то хищник и тот, кто многое имеет и не оказывает милости, хотя бы явно и не делал никакой обиды ближнему. Все, что имеет он более надлежащего, похищает у требующих. Если они не получают от него, потому что когда бы он отделил это для общего употребления, они не нуждались бы. А теперь нуждаются от того, что он запер свой излишек и присвоил его себе. Таким образом, немилостивый осужден будет как похититель, ибо столь многих обижает, сколь многим может благотворить и не благотворить. За сие-то и пойдут такие люди в муку вечную, никогда не скончаемую, а праведники в жизнь вечную. Ибо как святые имеют непрестающую радость, так неправедные непрестающее мучение, хотя Ориген и баснословит, безумно обольщая неопытных, что будто бы есть конец наказанию, что грешники не вечно будут мучиться, что некогда очищенные мучениями, будто перейдут в то место, где находятся праведные. Но слова Господа ясно обличают такую безумную мысль. Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращаемом, и сравнивает праведных с овцами, а грешников с козлищами. Как козлу никогда не бывать овцою, так и грешник в будущем веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная тьма, будучи удалена от божественного света, потому самому и составляет самое тяжкое мучение, что она удалена от Бога. Можно представить на это и следующую причину. Грешник, удалившись по грехам своим от света правды, и в настоящей жизни уже находится во тьме, так как здесь еще есть надежда на обращение, то эта тьма и не есть кромешная. А по смерти, если он не покается, настанет истязание, и его окружает кромешная тьма. Ибо надежды на обращение тогда уже нет, и наступает совершенное лишение божественной благодати. Пока грешник здесь, то, хотя и немного получает божественных благ, разумею, чувственные блага, но все еще он раб Божий, потому что живет в дому Божием, то есть между творениями Божьими, и Бог питает и сохраняет его. А тогда он будет совершенно отлучен от Бога, не имея участия уже ни в каких благах. Это и есть тьма, называемая кромешную, противоположность теперешней некромешной, когда грешнику еще остается надежда покаяния. Итак, бегай немилосердие и твори милостыню, как чувственно, так и особенно духовно. Питай Христа, алчущего нашего спасения. Впрочем, если ты напитаешь и напоишь также алчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал и напоил Христа. Ибо вера, живущая в христианине, есть Христос. И вера питается и возрастает посредством учения. Если также видишь странного, то есть удалившегося от Царства Небесного, то веди его с собою посредством научения. Входи сам и его вводи, чтобы, проповедуя другим, самому
не погибнут. И если кто совлекся одежды нетления при этой святом крещении и обнажился, то облеки его, Римлянам 14:1, заключенного в темнице, то есть в этом мрачном теле посети, просвещая его как бы некоторым светом своим наставлением. Все сии виды любви совершай и телесно, и особенно духовно. Ибо как мы состоим из двух частей, из души и тела, то и дела любви должны совершать двояко. Ну и к слову сказать, вот о телесной милостыне. У нас ребенок родился, вот Лена собирает деньги, у Алексея Устинова из Потеряевки. И о духовной милости я приглашаю на занятия по скайпу. Приходите, приглашайте других. Храни вас всех Господь. Некоторые говорят, и опять одно и то же. Да, одно и то же. Самое главное это у нас что, тема? О спасении души нашей бессмертной. Поэтому будем без конца об этом говорить. А говорить нужно, потому что души наши часто очерствевают, закосневают в этой суете мирской. О болящих. Ну, прежде всего, о себе. Уже не болящим. Спаси Господи вас. Спаси вас, Христос, за ваши молитвы, потому что вот с температурой лежал, позвонил только одному человеку. Уже все, через некоторое время температура вниз. Спаси Господи за ваши молитвы. Все обошлось благополучно, выписан на работу, так что слава Богу за все. И всегда нужно, как только заболел, прежде всего начиная с молитвы, с благодарения, что заболел. Благодарю тебя, Господи, как это неудивительно кажется для людей мирских, не знающих Христа. Это удивительно для них только, а для нас это не должно быть удивительно, это для нас должно быть правилом, законом. Заболел, сразу вспоминай. А за что это может быть? А не за что, так-то все равно прославляй Бога. Татьяна Кузьмична, говорите. У нас заболела Людмила Степановна, все те же больные остаются. Новые, кто заболел, вот Людмила Степановна, Александра Михайловна, она вот приехала, но она тоже болеет, за нее молитесь. И Варвара у нас заболела, за Вареньку молиться. Но еще я хотела сказать, что вчера у Агафьи был день ангела, у нас у Третьяковой Агафьи. И вчера был день рождения у Валентины Ивановны Кравченко. 83. Да, и у Лёвы еще, да. 83 года Валентине Ивановне. Я вчера побывала у них. Ну, конечно, трудно им. И ей трудно. И, ну, они крепятся, держатся. Вот надо пример нам брать с них. Вот 83 года ей, и этой уже под 90, уже на следующий год Александре Ивановне Чернявской 90 лет будет. Вы представляете? Пятый год уже лежит человек. Но она смиренно молится. И прямо это. Так, ну еще хотела сказать, вот собираем помощь младенцу. Они решили назвать его Евтихием. Это Евтихий. У нас, может, епископ еще будущий. Вот. И еще к батюшке. Вот батюшка у нас уже неделю пролежал. Вот кто посуду приносил, разберите, пожалуйста, бабушку. Ну, уже тут. Так, кто-то кипятильник давал, пожалуйста, кипятильник. И здесь, я не знаю, это вот Танина, может, яблоко ваше вернул, Надюша. Так, это Татьяны тут. Вы уже выписали? Нет. Выпишут, не знаем, когда выпишут. Вот. Поэтому на этой недельке он просил морсик принести. Может, вы вот на машине, может, приедете? Попроверите его и морсик сделаете какой-то. Это воды с вареньем или компот с вареньем? Нет, компот из сухофруктов он вернул, сделали мы.
Вот желательно мост. Завтра. Да. С клюквой, с брусникой. Клюква, брусник, вот это самое лучшее. Да, самое лучшее. Ну, если кто-то желает посетить, вот на завтрашний день, на понедельник или вторник, вы подойдите, скажите. Так помните, там такое расписание. Суббота, воскресенье с 11 до часа, а в остальные дни с 5 до 7. Посещение только. Зайти можно. А, передачу можно. А передачу-то в любое время можно пить. Если кто-то вот желает понедельник, вторник, ну не знаем, когда выпишут. В среду, может, выпишут. На той недельке должны, а когда? Никто не знает. Может быть, еще неделю. Поэтому, если кто-то вот поедет понедельник, вторник, вы подойдите ко мне, скажите, что я вот поеду, потому что то пусто, то пусто. И батюшка возмущался, конечно, возвращает. Вот, а вчера оказалось, что завтрака, ужина нет у них. Но все, так, слава тебе, Господи, все получилось. А как лучше к нему подниматься или лучше передавать? Ну еще Лена Киняйкина звонила, она так временами звонит. Я никогда вот поклон что-то и все, нет. Передаю всем поклон от нее вам. Она ходит там в церковь. И за детей ее помолиться, Любу и Васю. Любовь Петровна не вижу давно. Все Любовь никак. Петровна, ну она ей тяжело, скользко и все, и ну, она братья-то могут совсем как-то ее важно чувствовать. Ну вот Танюша ее увозила, но пригласила. Она работает. Ну, работает она. Маргариты нету. Маргарита, ну Маргарите тяжело тоже ей, но она не болеет, она. Польгуевых может нету, быть, рядом что-то пошла. Рафи Николаевна. Тут, да? Польгуев работает. Третьяковых не вижу. Игорь в командировке, а Юлия Акелина заболела. С Акелиной она. Раиса Николаевна звонила. Раиса Николаевна, ну я ее пишу все время. Она в больнице. Тамара попросила помолиться, она завтра ложится в больницу. Тихо. Ей сделают операцию на глаз. Она будет лежать в больнице, ну говорит, 3 дня. Трансмашевская в какой? Я спросила, она не знает, в какой больнице еще. Ну не суть, ну потом выясните, в какой больнице. Так что молитесь за сестру Тамару. Завтра на операцию. Глухонемая. Она вчера-то была на службе? Что-то я не видел. Не была вчера на службе? На глаз операция будет. Ну еще Раиса Николаевна в больнице. В больнице она? С глазом, да, ее положили. Когда? Неделю уж назад. Да? Но она не позвонила, она всегда звонила. Ну, значит, надо навестить ее. Раиса Николаевна. Игорь, да. Игорь Дыбунов ложится на лечение с понедельника. Да, по поводу коленного сустава. Да, вот. Как что помогите? Краевую, да, краевую. А это что, хирургия? Нет, ну хирургия, но там без оперативного лечения. На дом, да? Лежать будет? Ну там. Лежать там будет, да. Вот. Хочу сказать, что интернет как нож можно использовать на пользу и на зло. Я вот извлек, думаю, что пользу. Из интернета. К вопросу о мощах. Мы много говорим об этом вопросе. И еще есть у нас люди, которые к этому вопросу так относятся недостаточно жестко. Антоний Великий египетский и Афанасий Великий, столпы церкви 4 века, строго осуждали это опасное языческое направление в церкви. Чтобы предотвратить темные массы от такой опасности, они приказывали замуровывать стены храмов все сохранившиеся до того времени останки мучеников и ни в коем случае не допускать поклонения им. Из книги «История христианской церкви», том 2, глава 8, параграфы 87-88, мы узнаем житие Антония, описанное Афанасием в послании к иконам, пребывающим в чужих странах. Сначала поклонение мощам умерших мучеников встретило сопротивление. Отец монашества Антоний, умер в 356 году, распорядился перед смертью, чтобы его тело было похоронено в неизвестном месте, тем самым заявив протест против поклонения мощам.
Афанасий рассказывает об этом с одобрением. Сам он запер несколько полученных им реликвий, чтобы они были недосягаемы для идолопоклонства. Далее рассмотрим немного детальнее эти события и, в частности, историю происхождения культа поклонения мощам умершим и борьбу с этим заблуждением в ранней церкви. Египтяне имеют обычай, совершая чин погребения над телами скончавшихся уважаемых ими людей и особенно святых мучеников, обвив их пеленами, не предавать земле, а возлагать на ложах и хранить у себя в домах, полагая, что этим воздают чествование отшедшим. Антоний многократно просил епископов запретить это мирянам, сам убеждал мирян и делал выговоры женщинам, говоря, незаконно это и вовсе неблагочестно, ибо тела патриархов и пророков до ныне хранятся в гробницах, и самое тело Господне положено было в гроб, и приваленный камень скрывал оное, пока не воскрес в третий день. Говоря же это, показывал он, что незаконно поступает тот, кто тела скончавшихся, даже и святые, не предает по смерти земле. Ибо что дочестнее и святее Господне тело? Посему многие, выслушав это, стали потом тела умерших предавать земле, и, научившись у Антония, благодарили за сие Господа. Также обратим внимание на предсмертное завещание Антония, которое сохранено для нас. Антоний же, зная этот обычай и опасаясь, чтобы не поступили так и с его телом, простившись с монахами, пребывавшими на внешней горе, поспешил отшествием и, пришедший во внутреннюю гору, где обыкновенно пребывал, через несколько месяцев впал в болезнь. Тогда, призвав бывших при нем, было же их двое, они жили с ним на внутренней горе, подвязаясь уже 15 лет и прислуживая Антонию по причине старости его, сказал им, как написано, отхожу в путь отцов. Иисуса Новина 23:14. Ибо вижу, что зовет меня Господь, и если имеете попечение о мне и помните, как об отце, то не попустите, чтобы кто-либо взял тело мое в Египет и положил у себя в доме. Во избежание сего удалился я в гору и пришел сюда. Знаете, как всегда порицал я делающих это и убеждал оставить такой обычай. Предайте тело мое погребению и скройте под землею. Да соблюдено будет вами сие мое слово, чтобы никто не знал места погребения тела моего, кроме вас одних, потому что воскресение мертвых приму оное от Спасителя нетленным. Делая вывод, мы можем с полной уверенностью сказать, что поклонение мощам не имеет не только основания в Священном Писании, но также активно осуждалось в ранней церкви, потому как в первых веках люди имели правдивые знания о языческом происхождении оного и потому активно с ним боролись. Вот еще. Есть такая притча. Она переложена в стихах. О смерти. Зачем смерти коса? От поток мокрая спина, и фартук с проседью металла, дрожала кузница стена, порой звенела и стенала. Он не услышал, как вошла, и стала рядом гостья в черном, и тихо так произнесла, поправь косу рукой проворной. Кузнец на миг оторопел, уже конец, пора прощания, всему есть время и предел. Жаль, не оставил завещание, сказала смерть. Не суети, не за тобой. Прими работу. Попалась кузня на пути, передохнуть мне так охота. Он пригласил ее присесть и все не верил, что не умер. Вот поменяли бы сталь на жесть. Карга распустит этот номер. Жара, а я как лист дрожу. Кузнец собрался, голос ожил. Предмет сейчас в руках держу, который стольких уничтожил. Смерть как-то сразу напряглась. Косу оружием считаешь? С убийством каждый ищешь связь, и мой вопрос не понимаешь. А ну сейчас же отвечай, ты знаешь, скольких я убила? Косой из женского плеча, кого и как свела в могилу? И придержала за кадык, рукой костлявой и холодной. Кузнец от ласки это сник, услышал, что она бесплодна. Не убивала никогда. Вы злобой, завистью влекомы, от вас отравлена вода, от вас не действуют законы. Одно желание отнимать, не бог, золотой телец зените. За деньги продадите мать и спину брата, брату нож вонзите. При вас возник кровавый спор, разборки, банд, погромы, войны. Ад переполнен, как курорт, и люди рая недостойны. Грехов уже не замолить, вы Вельзевула, комарилья. Вам проще на меня свалить весь этот ужас и насилие.
А раньше не было милей меня, жила красой блистая, встречала души я людей, провожала в кущи рая. Дарила умершим цветы, меня ложалась к ним на милость. Вот новый меч закончил ты, чтоб кровь невинного пролилась. Смотри, что сделали со мной столетия в горе и рыданиях. Раз путь кончается земной, все чаще в муках и страданиях. И повернулась я к нему, лицу измученной старухи, глаза погасшие в плену вселенской боли и разрухи. И опустила капюшон, поправив черные одежды. Кузнец сквозь этот страшный сон признал, что он во что не верил прежде. Забрав косу у кузнеца, пошла, сутулись она выход. И тот, стирая страх с лица, вопрос во след послал, как выдох. «Зачем коса? Ответ дай, ответ мне дай. Пойду, возможно, за тобою. Не видишь ты, дорога в рай позаросла давно травою». Хорошая притча. Хорошая. Вчера передачу вечером Дима случайно щелкал каналами и напал ОТР в субботу вечером, если кто желает. Я так поняла, что по субботам с Владимиром Машковым передача о христианстве. И вчера была по апостолу Павлу. Вот он так ведет, вот я даже не знаю наших братьев, если вот я на него посмотрела, вот это вот действительно как будто верующий человек, или потому что актер, или действительно он поверил, я не знаю, но у него же глаза горят, он призывает к проповеди, он читает места Писания, и так это все красиво, он по этим местам проходит. И что я для себя новое узнала, как вот там о казни он рассказывал апостола Павла и церковь на этом месте, показывает церковь небольшая, и как казнили, вот. Где голова упала, сначала голову отрубили, стекло, молоко и кровь. Но я думаю, молоко это как учитель он был, потому что, поэтому молоко. Ну вот такое предание у них сохранилось. И где голова упала, источники ключи воды забили. И у них в этом месте храм. И монахини выходят прям одеты так вот в белых одеяниях, и белые платочки, прям все так закрыто, все так. Показали хорошо, мне очень понравилось. Она передача, ну я полчаса застала где-то. И все это так светло, и с призывом, ты обратись, вот он именно обращается, что не к общей массе, а именно тебя Господь призывает. Обратись ко Христу, спасайся, пока есть время. Вот. Может, найдете кто-то, сейчас в интернете это все можно найти. Какой канал говоришь? ОТР, ОТР. Во сколько? Вечером было где-то 19:30 примерно. Еще хочу рассказать вам, не знаю, притча или рассказ о душе православной. И неважно, в каком теле она пребывала и пребывает, мужском или женском, брат это или сестра. Главное, что это православная душа. Православная душа, которая занималась священным писанием, изучала Библию, которая ходила в храм и ходит, молится, совершает утренние и вечерние правила, постится, совершает милостыни. То есть такая вот хорошая православная душа. Но, как моя бабушка, которая была постницей великой, молитвенницей, одна из ее сестер обмирала 3 дня, была душа ее где-то там, где было рассказано, можно было, что она видела, рассказала. То есть ее близкая сестра, и вот через год ровно легла и снова приготовилась и умерла. Так вот, моя бабушка, будучи такой вот истинно верующей православной христианкой, она говорила постоянно: «Ох, отвечать мне пред Богом только за мое крутое сердце». То есть не умела прощать. Я к чему сейчас? Потому что совсем близко у нас прощенное воскресенье, чтобы мы пришли к этому празднику, к этому дню, приготовились. И вот этот рассказ. Так вот эта душа, она тоже вот не умела прощать. А обиды были, и были обиды серьезные, ее действительно эту душу обидели, и материально, и духовно. И вот стала эта душа чувствовать, что к ней приближается смертенька. То упадет ни с того ни с сего на ровном месте, да расшибется так, что почти до смерти. То заболела, попала в больницу.
А тут стала переходить дорогу в неположенном месте. Опять же, лукавый этот шепнул, чтобы пошла не в том месте. Вроде как еще далеко. Упала. Подвихнулась нога. И вот она совсем близко. И давай ее, эту смертненькую, это колесо-то, крестить-то. Вот в нескольких метрах остановилось это колесо. Ну и вот тут близко прощенное воскресенье, а дальше там пост. И в каждый этот пост, в каждый день этого поста душа эта молилась со слезами, просила у Господа, чтобы Господь послал ей истинное покаяние, чтобы Господь послал ей это чувство прощения ближнего. Потому что когда ей говорили, да ты прости, я не обижаюсь. Нам еще нужно осознать, что мы обижаемся. Обижаемся и постоянно обижаемся. И все это вокруг нас не так. Потому что эго наше, оно вот выпирает прямо на каждом шагу. По себе знаю. Зайдешь в автобус, тут кто-то стоит с рюкзаком, он мешает тебе пройти. Тут кассир такая, это, она с тебя требует там громким голосом, там как-то сказала так плохо. И ты уже, у тебя внутри там начинается волнение. Трогает твое эго, твой эго, твое я. Так вот эта душа, ей весь пост надо было молить Господа, призывать Духа Святаго, чтобы Господь послал ей вот это расслабление, чтобы душа ее из чертовой притворилась в плотяную. И Господь послал ей по молитвам это чувство, что она простила всех и вся. И увидела свои грехи. И встретила светлый праздник Христового воскресенья. Как никогда. Радостный, веселый и свободный. Я к себе это прежде всего отношу. Потому что и в себе этот, я вижу этот эго, с которым волной поднимается. Очень часто самого незначительного вокруг происходящего. Да, брат? Аминь. Только они хотел сказать, или еще что-то. Ну то, что да. Аминь. Можно? Интересно. Да. На той неделе видела нормальное. Вот вокруг солнца колесо. Всегда, всегда зимой бывает, часто вижу колесо. Я забыла, как называется, Игнат Тихонович. Говорил я уже опять забыла. А вчера первый раз в жизни, вот за 46 лет, я увидела, чтобы от солнца в другую сторону было. Всегда вокруг. А вчера было в обратную, выгнутое. Вот так долго, вообще не понятно. Не, ну интересное явление просто. Просто интересное явление в природе. Ну кто-нибудь видел еще? Главное, чтобы не придавать этому какого-то своего суеверия, своего вот знамения какого-то. Не ищи в этом знамений. Не ищите знамений, Господь говорит нам. Я прошу помолиться о сыне, которого нет сегодня с нами, чтобы Господь ему дал ревности, чтобы возбудил в нем страх, который привел бы его на путь спасения. Воздохните в молитвах. Да поможете. Да. Слава Господу Иисусу Христу за сегодняшний день, его начало. Такие проповеди, которые касаются не только нас, верующих, но они могут коснуться неверующих. Да поможет Господь. Скрипу души. О Господь, на стезе моей зыбкой, утверди меня воле святой, чтоб всего лишь послушную скрипкой мне и плакать, и петь пред Тобой. Я рассуждаю сейчас о детях, изучая хорошо послание апостола Павла к Галатам. 6 глава, 2 стих говорит: носите бремена друг друга, тем исполните закон Христов. И поэтому также призываю всех сейчас перед покаянными молитвами Великого Поста молиться и о чадах наших, которые могут и отвалиться мирские заботы, и православие для них окажется закрытым. О моих детках также прошу помолиться. И напомнить еще о том, что в среду и пятницу уже совсем другие молитвы читаются в храме.
Великопостная молитва Ефрема Сирина читается. И вот ее переложил Александр Сергеевич Пушкин. И хотелось бы озвучить этот стих. «Отцы, пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомые силы. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие, змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенье. Да брат мой от меня не примет осуждение, и дух смиренья, терпения, любви, и целомудрие мне в сердце оживи». Нет в этом стихотворении слов о сребролюбии. А сребролюбие – это самое главное зло. Раньше это входило в эту молитву. Слово. Да поможет нам Господь с достоинством приготовиться в эту последнюю приготовительную неделю к встрече Великого Поста. И помолиться, кто же будет читать покаянный канон Андрея Крицкого, который будет 4 дня читаться. Если Господь поможет, я желала бы быть на этих богослужениях наших вечерних. Поэтому призываю всех к молитве. Ревность свою проявите. Недолго, хотя бы несколько минут затратить для того, чтобы Господь услышал нас, наш вопль и призыв к покаянию. Слава тебе, Господи, во веки. Аминь. Слава. Аминь. Еще у кого есть слово? Можно? Да. У меня слово больше бытовое. Я хочу, братья, вас поблагодарить тех, которые всю зиму чистят во дворе снег. Нынче зима, конечно, была очень снежная. Снегу мело и мело. И буквально позавчера, да, был тоже хороший такой снегопад. Но мы каждый раз приезжаем, и каждый раз вычищено. И братья чистят. Спаси вас, Христос. Особая благодарность, вот кто уже воротина не открывалась, кто почистил под воротиной. И она стала шире открываться. Молодцы просто, слава Богу. И одному брату еще низкий поклон, кто отремонтировал в детской комнате кровать. Спаси, Христос. Еще слова благодарения, просьбы, пожелания. Игнат Тихонович, завершайте. Ну, нужно проверять, когда о чем говорили, исполняется это или не исполняется. Я говорил о ризах у батюшки, о кресте. Подвижки никакой нету. А это не так и трудно, если разобраться. Тот, который есть, теперь его переделать, чтобы он был с острыми углами, не с цветочком каким-то, на ризе сзади. Света Клюй, доброй памяти, она это сделала. Глухонемая. А вы слышите или плохо слышите, или уши закрыли плотно двумя платками. Ну, решите, что можно сделать. Я как-то начал учиться, научился даже портянки шить. Второе. Батюшка говорит, вчера мы у него были, засняли, выставили ролик, и прям мгновенно люди стали приходить, везде молились. Он показал, как у него сейчас не разрезает, у меня пенициллин разрезает, а сейчас 3 дырочки делает, туда запускает какой-то, который видит там прибор, то он не знает, как говорит, микрофон. Ну и там умеет сделать так, это вообще щадящее. Так он показал, вот здесь, говорит, Надя Дмуха, переливание крови. Ну посмотрели мы там были. И он говорит, звонит, и новость-то какая у нас по Теряевке? Какая? Евтихий приехал. А у нас Евтихий, епископ Курочкин, был 13 лет, и он последние 5 лет был домодедовским у патриарха Кирилла, теперь он на покое. И надолго он, да насовсем. А батюшка говорит, да как строится-то у него? Отец и мать помогут. Да у него умерли отец и мать-то. Ну, Евтихий насовсем приехал в Потеряевку. Я говорю, думаю, вот это да. Оказывается, у Алексея, племянника, жена родила и назвали Евтихием. Вот о чем речь-то идет. Значит,
Первый сын Варлаам, второй Назарий и третий Евтихий. Что удивительно, у нас в деревне было даже редкое название общины Анфим Никомедийский, и Анфим у нас был. Если бы до конца все было, он у нас бы и был. Я даже батюшке предлагал, что, может быть, для Анфима сделать исключение и даже в алтарь иногда запускать или как, на день общины нашей. Но они переехали в другое место, поэтому наступает пост. Будет ли у нас батюшка напрощенная? Не знаю. В среду только выписывают. Он выглядит неплохо, но очень плохо. Не надуйся, говорит, ничего нельзя. Ну, вчера все это поговорили с ним. Продукты что-то все вернул. Я пошел, давай выбирать, что взял. Луковку взял, чесноку, два сухаря. Ну, что самого есть, то и есть. А Надежда Васильевна подсуетилась, что-то там, ну, там инжир другое делает там на меду и баночку. Не прикоснулся. Я святой воды просто принес ему, тоже не взял. Единственное, все, взял пакет, он, брат Роман, принес туалетной бумаги. Салфетки. Больше ничего не взял. И не носите, потому что отдавать девать некуда. И, ну, запущено было. Врач говорит, что ж ты столько времени-то, чуть-чуть не лопнуло-то. И поэтому в эти дырочки ему, говорит, заталкивают там марлю или что-то. И оно каждый раз, говорит, вытягивает, когда там на него. И говорит, будто кишки отрывают. И у него вид такой хороший, скорбный. У батюшки-то. Я говорю, тут тебе есть о чем подумать, о грехах, о своей жизни. Ну, в общем, я доволен. И видно, что крепко смотрят за ними там. Нас не запустили дальше, то мы в коридоре постояли. Вот к чему говорю, что если у нас люди постятся и знают, что прощенное воскресенье, а батюшки не будет, это побуждение всем прийти в Покровский собор. Вторая причина и очень сильная, если батюшки не будет. Мы каждый год это делали, никогда не изменяли, просим пойти. Там будет много священников, и они ждут нас, я узнал. И владыка митрополит ждет, и они смотрят, где мы стоим, и мы ждем этой встречи с ними. И попросить прощения, где-то что-то сказали не так, ну, не по глупости бывает, скажешь, а по ревности даже. И то день такой. И вот я впервые вычитал у Иоанна Златоуста. Вот Иоанн Златоуст, а что, я не могу сказать, как Иоанн Златоуст, что ли? Да близко никогда не будет. Он что придумал или вычитал-то? Математик отличный был. Учитель Ливань его научил или кто? Пост 7 недель. 7 и 7. 49. Но называют-то 4 десятница. А там не 4 десятница, плюс 9. Оказывается, суббота и воскресенье, в которое разрешается растительное масло, в пост не входит. Получается, умножать надо на пятерку. 7,5 – 35. Но на последней неделе одна единственная суббота в году постная, перед Пасхой. Получается 36. А с вечера до утра постятся 36,5. Он говорит, бери 365 дней, перенеси запятую. Десятину, Бог говорит, требует с тебя в посте. Я так отступился. Вот это да. 36, да еще и с половиной, а 365 дней. Ну, мог я сам запятую-то перенести. Тяму не хватило. И поэтому я смиренно склоняюсь перед святыми учителями. Как много дано, какие они афоризмы говорят. Как? Вот у нас, слава Богу, я расслышал однажды голос, который поступил через мирскую газету, литературную газету, под заголовком «Миссионер 21 века». Полностью большая статья. А протодиакони всея Руси. Кто это? Ураев, говорит. Вот, пожалуйста, то ли с курицами знаком. Но тут орлиный полет он показал. Проехал по всем местам, где были Вселенские соборы. И нигде ничего нету, одни развалины. Вот и все. Я, говорит, свечку затеплить не мог, чтобы на меня враждебный взгляд не смотрел. А дальше говорит о мусульманах. Они религиозно талантливы. Я знаю слово религия и талант, но соединить вместе у меня опять тему не хватило. Я как прочитал, и так возрадовался, думаю, вот религиозно талантливым надо быть. И это просить у Бога надо было. Вот они так, я 40, Господи помилуй, сказал, но ни разу не сказал, за это прости меня, Господи, я так долго тебя не находил и не искал. Толокся в суете, религиозно талантливым быть. Я посмотрел, Бог сделал это, 38 книг и все разного цвета. Легко искать по корешкам. В названии, почему я обращался к людям, как мне назвать книгу стихов? Кажется, 119 мне поступило ответов. Как назвать?
Ну, все-таки я назвал так, как хотел, потому что они обширные, их нельзя было. Церковь, свобода, тюрьма. Надо прислушиваться и быть религиозно талантливым. Канон Андрея Крицкого. Так ведь 1100 с лишним лет, почти 1200, читается на одном месте. Господь положил нам на сердце, что... Почему он его написал? То, что подписал анафему Шестому Вселенскому Собору. Как пал великий тягчайший грех. И тогда из него Господь высек искру эту. Сколько там? 206 событий. И все, помилуй меня, Боже. Там Лот, помилуй меня, Боже, я такой же. Вот блудница, я такой же, помилуй меня, Боже. И видно, что это канон покаяния. Но мы-то уже христиане, которые приняли крещение. Его надо молитва трех ступеней. Первое – просительное, благодарение, славословие. И этот канон у нас переписан есть, ничего не меняя, но только последние события показываются. Благодарю тебя за Лота, который дал пример. И третье – славословие. Слава тебе, аллилуйя. И Лота ты прощаешь. То есть у нас как раз это так считается. Игорь, скажи, во сколько будет и когда? Не знаю, меня не будет. Ну, плохо, что не будет, конечно. Да. Так, ну давайте договоримся. Понедельник, вторник, среда, четверг. Я так понимаю? Четыре дня? Да. Четвертая часть. Кто приходит? Надо, чтобы считать. Шести часов в тот раз ходили. В тот раз с шести часов ходили. В тот раз с шести часов. Может, менять не надо, чтобы с работы успели. Некоторые есть у нас, которые ни разу не приходили. Может случиться так, что и не придется. Поэтому приходите. Не в наших... Держать. Не нашей власти, это будет это или не будет. Договорились, а дальше остальное, кто будет считать? Я буду в больнице в краевой лежать, наверное, скорее вот всего. Ну вот кто-то, не мог ты попозже на недельку-то. Без тебя трудно будет. Так, а вы сами понимаете, пост тут все как скорби. Ну только говорится. Начался, помолился бы, укрепленный пошел бы. Отложи на недельку-то. Так они так молятся. На недельку, отложи. Да нельзя откладывать, там же у них очередность. Надежда Васильевна, где она? Сядь там рядом, чтобы можно было включить. Завтра. Чтобы не мучило нас больше. Я расскажу, что такое. Дальше. У нас так. Как только считается Златоуст, дети все шмыг в другую комнату. С чем это вызвано? Говорят, они устали. Неправда. Сегодня после занятий они заходят. Ровно через 3 минуты начинают считать. Они здесь сидели. Как только со Златоустом вышел брат, шмык в другую комнату. 3 минуты они устали, они не успели ноги еще, говорит, в порядок привести. Это уже вошло в моду, считают это неправильно. Батюшки нет, сейчас еще только служба бы заканчивалась. У старобрядцев она в 11:30 закончится, а начинается с нами вместе. И уже половина нет никого. Апостол Павел говорит, не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычаи. Этому обычаю не надо подражать. Что такое он имел в виду собрание? Разделял его с богослужением или нет? У нас вот собрание. С богослужения ни один не уходит. И хоть не понимает, но стоит. Почему? Канон. Если два раза он сделал нарушение, отлучается от церкви. Два раза не был, без причины. А здесь, давайте все-таки думать, потому что собрание имеется в виду и богослужение, и это собрание. Прям не заходят из коридора, и сразу уплывают люди. И здесь один по одному соскакивает. Почему? Вы сами ответьте на этот вопрос. Почему? Столь важно это слышишь, и ты это запоминаешь. А как ты запоминать будешь, когда ты не слышал? А кто-то передаст. Никто не передаст. Так. У нас новинка одна. Стали просить очень часто по интернету, чтобы... рассказать, как молиться утром. И мы решили так, Сергей открыл нас, открыл наши двери. И мы молимся, сейчас из интернета заранее приходят люди, и наша дверь открыта. А как же написано, дверь закрой. Ну и закрывай, сиди. И речь идет молитва, дверь в храм закрывается или нет. Наш дом, квартира сделалась храмом. Это большая разница, храм-то не закрывается. И поэтому, чтобы там тебя не прославили, здесь никто никого не прославляет. Они не знают, как поклониться, как руки поставить, как сказать, какие молитвы считать, поклоны как делать, ничего не знает народ. И мы дали объявление, фактически, ну если в интернете, это очень далеко. И кто желает, чтобы утром с нами быть на молитве, из других регионов здесь, в 4:42, 4:43 минуты начинаем молиться. Это у нас новинка, и по милости Божией наш брат Сергей Павлович это все организовал. Он должен к нему там написать, принять, и он принимает. Вот на пост. Если не трудно, там позовите Ливию сюда. И кого самого хорошо украшенного из других там, детей, красиво. На пост
Сейчас я скажу про имени. А где-то, значит, светлый тон, на последний тон на прощение уже идут в темных тонах. Священники одеты только в темные ризы. Почему? Все это содействует. Не так, что не имеет значения. Ну, на минутку попросил. Встань-ка сюда, дядя Игорь. Ну, вот эту рядышком поставьте. Да, довольно. Вот, посмотрите. Ну, она застегнута, там была на моление-то. Однотонная одежда. Вы знаете, как у нас одевается? По форме, что вы пришли, когда пойдем в Покровский собор и здесь. Тут у нас одну девочку привозили, как на елку. Святосты, там уборочки. Это не храмовая. Храмовая одежда простая. Посмотрите, у старообрядцев, у мусульман, где люди знают, у монахов. Ну, посмотри, как они одеты. Это храмовое служение. На Пасху свет меняется. Ну, разные оборки, блеск, блески там тоже, даже на ботинках, и то там сверкает фонарик теперь. Ну, это... Я не против этого, но в храме это никогда не одобрялось. У старообрядцев называется горбач. Там надевают такой специальный, он такого света. И, ну, все одинаково, вот, как у нас братья, видите, которые часы как одеваются. Так что на Великий пост просьба. Их пойдете когда в храм, уже после обеда будет, фактически уже понедельник. Возьмите, если можете, детей с собой. Пусть они увидят, пока не поздно. Это может кончиться очень быстро. Очень прошу, уже умоляю, я не могу приказывать, придите в Покровский собор, если батюшки здесь не будет прощенного, желательно прийти. Ко скольки, спрашивают? Ну, ко скольки, я не знаю, но хотя бы к шести-то надо прийти. С пяти. Ну, с пяти служба. Если у нас будет, то мы приходили, то могли и позже подойти. Об одежде говорим. Вот несколько... У нас были людей, которые убегали с собрания. Никому не подчиняются. Вы знаете, у нас был иеромонах. Ни на чем заело на восьмом томе. Он столько помог. До смертного часа буду помогать. Он со мной вместе жил. А монашество я сказал не так. Сделался как лютый враг. И кончилось чем? Его биография к истинному православию, там написано его рукой. Кончилось чем? Стал вот 19-й том, что он написал, здесь полностью помещено. Ну, не считая там совсем к нам не относящимся. Посчитайте, какое я даю сопровержение. Уехал, сбросил сан, сбросил монашество и женился. Я против разных обетов монахи дают, не надо делать. Но уж если принял, то назад не пяться. На днях одна мне пишет, к нам приезжает... Митрополит Антоний, а я знаю его из Лос-Анджелеса, Орлов, Никита Феоктистович, два раза Потеряевки был. Но когда все это разрушение-то пошло на объединение-то, и он остатки, что там осталось, ухватил и теперь ездит. Там единицы людей-то. Я ему благодарен, я его знаю. Это патриот высшей степени для России. Он призывал прямо на танки садиться и давить коммунистов. Патриот! Куда больше-то? И когда он увидел, что мы не так, он говорит, Сергей Радонежский благословил на войну с Мамаем? Ну, было. Как он благословил, не знаю. Коммунисты лучше татар? Да, конечно, нет. Почему нам их не убивать? Теперь он митрополит. И он ко мне отрицательно относится, но я ему благодарен, ездил я с ним. И теперь там женщину крестит одну, но я постоянно повторяю, а там и человек 7 только, никаким образом, чтобы в московскую храму не заходили, патриархию. Безблагодатная. Умирать будешь, шага туда не ложи, погибнешь где-то. И она под этим нажимом или как-то, она больная, я сказала, хорошо. А теперь пишет, что делать? Не родителей отпеть, не пойти. Я говорю, мы всегда признавали благодатность Московской Патриархии. И поэтому тебя неправильно взяли под это. Но ты дала слово и держи его теперь. Бог на небе, а ты на земле. Ты перед Богом. В присутствии митрополита, он законный митрополит. А дальше видно будет что-то. Или он не будет его, или умрет, или ты умрешь. Но ты дала слово. Она теперь, я не думала, а теперь надо в храм эти земельки взять, родители там заочно отпеть. Все это далеко осталось за кадром. Единственное, что есть, ты дала слово. Вы слышите, о чем я говорю? Да. В монашестве не надо идти туда. Служи там один, не женись, не выходи замуж, трудись, иди благовествуй. Будь как ну, Марфа Мариинской обители у Елисаветы было. Они как монахи жили, но ни одна не давала обед, за ранеными ухаживала, полюбила его. Матушка, я вот его полюбила, там безногого с фронта привезли. Езжай, голубушка. Она не давала обед и не было нарушения поэтому. Вот. У нас в последнее время
много спрашивают про книги. Вот сегодня тоже отсылают люди. И через книги находят путь. Православие. Принимают крещение там, где есть, ищут. И настолько трудно найти истинное, где крещение, что приходится по другим городам искать. И надо об этом помолиться. Потому что, видите, как людям сразу не доходит это. И именно через книги мы говорим по ним, они находят. Молитесь о том, чтобы Бог сохранил это в пути и везде. Мы с трудом вот дошло до Испании, ровно 2 месяца шли книги. Думали, даже потерялись. В Дании книги дошли, не выдают их, и все на руки. Нас запрос, что именно я, там автор, пишем письмо второе, третье, по-английски, не отдают, то есть ждут чего-то. Ну, я сказал, да брось ты, нет. Ну, обратись к высшей власти, ну, незаконно, дошло в Дании. И столько заплатили за них, пересылка дороже книг бывает. И это тоже говорю, где-то припоминайте, о чем я говорю. А то я это слышал. Вот нашелся человек, не нашего круга, и написал гимн нашему сайту во свете Библии. Ну, понимаете, я в интернете обратился, есть ли где-то еще, чтобы сайту писали гимны? И он не просто написал, а видно, коснулось его. И теперь, чтобы напеть это, в другом городе поехали, в центр России, зная, какого там, видимо, артист поет. Но этот артист вдохновенно поет, вот сегодня вам проиграют. Громко, как где они поют, чтобы было. И говорит, а я это слышал. Я слышал не менее 50 раз уже людям. И каждый раз нахожу что-то новое. Я много раз слышал Бухенвальд. Если кто не слышал, Муслима Магомаева. Кто не слышал, поднимите руку. Все слышали, да? Слышали. Я не понял. А кто слышали. Слышал, как он поет на видео, как он поет, какие жесты у него? Муслим Магомаев поет Бухенвальд. Поднимите руки, кто видел это? А кто не видел? Остальные, кто не поднял, то не видели. Ну, не может. Подними выше головы. Советую, не забывайте зарядить. Бухенвальд, Муслим Магомаев. Вот как надо петь. Кажется, он весь превращается в звук. И что показаны статуи? Встань на минуту. Это надо видеть. Я много раз уже слышал, и всем, кто приходит, это показывает. Да, там не божественное, но речь-то идет там о миллионах умерших, убитых-то. А почему у нас разве нет Бухенвальда? Весь север Бухенвальд. Но печи тут не делали, не жгли. Почему? Земли много, а там девать некуда, поэтому крематории были. А у нас крематория – это морозилка земля. Ну, они много убили, говорит, евреев 6 миллионов. А у нас 66 миллионов. И коммунисты у власти. Об этом тоже надо молиться. Не говоря никому ничего, для себя в молитву включи это. У нас в Потеряевке складывается критическая обстановка по одному вопросу. Могут закрыть школу. Я говорю, кому это до сердца? Когда закрывали села, а их 21 тысяча закрыли в России. Первую нить перерезали артерию, школа. Или подрастают дети, а куда? Ищут, куда переселиться. В Потеряевке мы сумели открыть школу. 3 учителя. До 9 классов. И нынче осталось 2 ученика, дальше это 3 учителя. Чтобы Бог послал жителей, послушных, знающих, соответствующих требованиям, с детьми в школу. Так прямо Богу и говорит, Господи, сохрани школу. Я открыто это говорю. Какая тайна? Так когда комитет по образованию это все знает, и уже, видимо, дано, кто там останется. Елена говорит, Барабаш, у нас есть хозяйство, придется меня уйти. Она как за завуча там. Если будут учеников 10, не закроются. Открывать чрезвычайно трудно. Если закроют, почти наверняка не открыть. Обстановка изменилась. Тогда близкие нам люди, профессора, которые сидели в отделе по образованию, как у Леська, которые в Потеряевке, там, где уж были, эти люди приезжали. Это ученый-секретарь АГТУ, у Евстигнеева был. Помолиться, чтобы Бог послал хороших, ну, верующих, послушных. Вот у меня сегодня случилось такое дело. Вот я к вам сейчас обращусь, как я должен поступить? Я жестокий, там то другое. А как бы вы мягкие поступили? Я сижу спиной к выходным дверям, дальше кухня идет и дверь наружная. А я сижу здесь спиной. Ну, двери. Можно закрыть, просто закрыть, а можно так отмахнуть и пошел. Вот так есть у нас человек, который так и делает. Он отмахнул, а дверь настежь открылась, на улице 30 градусов. Я сижу, не знаю, пока до меня дойдет холод. Кто-то один раз.
комната так полностью, как улица, и до меня, а мне морозит, ну, я подергаюсь, и не с места я занимаюсь. Один раз это случайность, два раза система. Сегодня точно так же. Володя приходит, а у меня дверь настежь открыта на улицу. Было такое, кто знает, кто это сделал? Может быть, виновный найдется здесь? Знают эти люди. Ну что я должен делать теперь? Я говорю, дверь-то прикрываешь рукой, придави ее, Даша, придави, она не открывается. Если придавить ее, она наотмашь, она отмахнулась и все. Просто так оставить я не могу, потому что вижу, делать по-своему, предупрежденный, да. Я еще добавлю, еще один момент тут. Даже если ты дверь прикрыл, когда ты выходишь, железную дверь они отпускают, братья. Она брякает, в этот момент дверь открывается. Вот еще момент бывает. Ну, факт тот, что... А что нужно сделать? Я сижу, подойти и сказать, я ухожу, запри дверь. На это потребуется 15 секунд, не больше. Секунд! Ну, делает это, нет, не делает. Ну, я сижу, я не вижу, не слышу. Я не вижу и не слышу, задом сижу к двери. Я вам доверяю. Ушли, дверь открыта, а я открытый для всей улицы, любой заходи. Ой, ну ты не скажут, даже когда на работу говорят, мы всегда молимся. Так, запомни, что потом я в этом деле. Так, теперь конкретно к вам. Что я должен сделать, чтобы у меня не было? А чтобы этого не было, то человек должен быть как-то по-другому вести. Библия говорит, если раб остается без наказания, он не научится. Очень просто Соломон говорит. Так, поднимите руки, у кого какие предложения? Что я должен сделать? Ну, что вы должны сделать с человеком, я сейчас не скажу. Чтобы меня... он не делал так больше. Да-да. У меня вопрос, почему не прибьете никакой уплотнитель к дверям? В косяки. Сверху, они снизу, прибивали, сбоку. Прибивали, стал загибать, и оторвали. Еще раз прибейте, ну, жизнь идет, все ломается куда-то. Понятно, мы делали. Девается. Делали. Дверь то ли кособочек или что-то. Те годы у нас было, даже крючок нельзя было задеть. Там. Условия такие. Дом-то старенький. Так, предложений пока никакого нет. Но только как дверь исправить. Человека давай, давай предложение. Да. Специалисту надо посмотреть. Так, конкретно. Ты это делаешь. Придумай отношение к себе. Что я должен принять мир, как хозяин этого дома? Ну, у меня два предложения. В первую очередь повесить пружину, чтобы дверь закрывалась пружиной. Так, с человека с того опять же ничего нет, не зависит. Нет, на второе я детей как исправлял. Я его ставил на дежурство часа на два, на три. Или репетировал так, выходим, выходят, там дверь закрыл, заходим. И так минут... Я как раз и делал это. Репетировал, показывал, открывал, закрывал. Нет. На то человек... он сам стоял на дежурстве. Не действует, он... Нет, это человек не маленький, он уже четверть века позади. А ты, говорит, еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Тут уже его исправлять, не дверь. Я ему говорю, раз ты это не понимаешь... Есть пятое качество лидера – беспощадность. Я его включаю. Сегодня там подметешь все, где на кухне, дверь заперта будет. Перенесешь постель, твою около двери ночуешь, узнаешь, что значит холод. Я должен там? Должен. Или второй выбор я тебе даю. Или переходи к брату Сергею, и там до теплых времен будешь жить. Он тебя примет, там все есть как. Какой вариант избираешь? Дай перед всеми слово. Виновный. Ответь. Я к Сергею Павловичу поеду жить до теплых времен. Сегодня поеду к нему. Ну, если он разрешит, конечно. Я... А еще видите как. Это... А я бы даже думать не стал. Ночевать один раз, люди где ночуют на улице и прочее. А тут натоплено. И все, одеяло, матрас, все. Но только уже не на втором этаже, где теперь еще не на... Сергей Павлович говорит, на балконе место. Ну, вот так. В общем, видите как. Я его не могу заставить, но выбор всегда даю. Можно еще вопрос? Да. У вас вот везде вывески там с надписями, не забудьте выключить свет, но вы там перед дверь, на дверях-то напишите для я Никиты вывеску там, Никита, придави дверь. Как раз и есть она, есть написано, прямо ты два раза говоришь, и два раза все это у нас есть, все обдумано, ты не думаешь. Ну жалко Никиту, ну что его под порог или ничего нет, я предлагаю ему. Давиду предложили. Жила с Пупковым. Ему смотри, что... Живи и поймешь. Галя, до теплых времен, вот представь, еще что, февраль не закончился, март, апрель, куда идти? Умножить на 90, а здесь одну ночь ночевать. Ясно, что с человеком что-то не то. Давиду, когда предложил Господь, 3 года, 3 месяца, 3 дня. 3 дня. Давиду, 3 дня. Ну, ему было предложено Давиду. То есть, это человек верующий, он сказал бы, сказал, Давид 3 года не избрал, 3 месяца, ну, к нему пророк-то пришел, выбирай, какое наказание от Бога. Он говорит, 3 дня.
и три дня меч Божий касался земли. И мы знаем, сколько людей погибло. Но он избрал короткий, лучше немного, пусть нагнетенно, но чтобы поскорее окончилось. Да. Другой вопрос. Как с начитыванием быть? А, он на это, может быть, и играет. Как с начитыванием быть? Ну, пока будем считать. Так, сам буду считать, я не могу от этого отступить. Буду сам считать. Давай. Можно еще сказать, защиту Никиты. Вот он у вас хороший чтец, там незаменимый, у вас такие хорошие ролики с ним получаются. Но может ему еще дать неделю испытательного срока? Еще неделю, и пружину прибить. Нет, он не будет, он же будет. Да будет он, я уже говорил, это он будет. Я ему говорю, каждый вечер половичок выхлапывать надо, я это делал. Через неделю не вспомнит ни разу. Нет, он уже понял, человек. Что смерть рядом ходит. Да простите, как он на неделю. Прощать нечего, потому что мы все замерзли. Ему-то это не надо. Он сказал бы, я принимаю, короткая, все, одна ночь. Ложиться-то поздно, а встаем 4:40. Там несколько часов только. Но он избирает другое, поэтому пускай он берет другое. Своя воля. Ты знаешь, как держать там. Давайте масло сразу не, давай работу какую там за собачками убирать и прочее. Так. О мощах сегодня сколько сказали. Найдутся люди, которые еще больше прочитают. В интернете считают меня главным, который против мощей. И ошибается. Я за мощи. Чтобы все отовсюду взять и похоронить с почестями в самом почетном месте, с церковным хором, с патриархом и со священниками. Прах ты и не возьмите, никуда в прах возвратишься. В прах, прах это земля. Я ничего не добавляю. Остальное все пришло позже. А Господь говорит, а сначала было не так. Запомните. Все, что Иоанн Дамаскин там написал, в каждой частичке пребывает Дух Святой. И, как говорит Андрей Куряев, нанотехнология, что в каждом доме были мощи от всех святых. А почему они тогда прятались, как Антоний? Они не хотели, чтобы их резали. Чтобы я умер, он с ножом над головой стоял над покойником. Так. Вот сегодня мы немножко услышали об одном человеке, как бы. Услышали о легенде такой. Читали, когда о вечном мучении это. Он против этого был. Мы говорим, умный Златоуст, умный Василий Великий, все умные. В Новом Завете считается, в церкви был самый умный Ориген. Так что о нем был спор, от Бога это или от кого другого. Или просто от человека, не от плохого, не от дьявола. Он столько знал. Вот эти гигзаплы, которые стоял на 6 куплетах на разных языков, это его гигзаплы Оригена. И когда он не мог с плотью своей справиться, он сам себя кастрировал. И церковь сразу запретила. И учение его предали анафеме, о вечном учении. Но в этом, вот, что Осипов поддерживает и говорит, за что на Осипова, в этом есть смысл. Вот в чем дело-то. Нам нужно говорить так, как написано в Евангелии. Но добавлять слово «вечность» до конца вечности мы не понимаем. Не знаем. Только Бог знает. Но написано «вечно», мы должны понимать так, по тому уровню, который Бог дал людям. Вечно, некончаемое никогда. И день, и ночь. Слово где? И будут мучиться вечно. И день, и ночь. Один раз даже сказано день, и ночь. Это снимает вопрос о временности. Все, навсегда. Но Бог и дню, и ночь оставляет свое время. Ну а как вы думаете? Думаю, так, как говорят святые отцы, вечно, нескончаемое. И это подвигает к поиску Бога. Меня это именно подвигнуло. Все. Вся вселенная. Миллиарды звезд. И все это по молекулам разобрать, и будет конец когда-то, а мучения нет. Ужас, зачем я родился? И это меня побудило искать, и я нашел Бога, любящего Христа, который умер за меня. Вот это главное. Нам на земле Бог оставил именно это понимание, другого не дано. А что, разве разное понимание? Понимание разное. Притом сегодня так понимают. Ненавидь врага, все знают, да? Не прелюбодействую знаю, а теперь Господь показывает, какая ступень другая. Там не посмотри, а здесь не огневайся. Мы должны знать, что суд Божий, что за ним, от людей сокрыто. А открыто на земле, и нигде не говорите, что временное будет. Вечное, бесконечное, как сегодня говорили. Даже самый большой ум, Ориген, он сбился. Нам не надо на себя что-то брать и придумывать. И вам интересно, скинули момент, вот десятину не надо платить, те, которые не платят. Десятину не надо, десятина Богу принадлежит. Бог говорит, меня обкрадайте. Да, это в Ветхом Завете. Нигде в Новом этого не было отменено.
Отмены нет на бороду, а борода ветром завете. Ну, Христос с бородой был. И он спрашивал, с кого берут эти налоги-то, со своих или с чужих? Когда он пошел рыбу поймал-то. Десятина ли? Сегодня не десятина. Написано, продавали имение, все, и ложили к ногам апостолов. И те, которые думали утаить это, она не сапфира. И вдруг появляется материал, который говорит, что продажу церкви нельзя прекратить, пока не будет десятина. И кто это говорит? Ну, название его можете не знать, но фамилия его Гундяев. Будущий еще на другой должности. Знаете, кто такой Гундяев? Знает. И он говорит, и что интересно, и государственные органы говорят, сделать как в Германии. В Германии так. Верующие все платят налог за то, что верующие. Налог. А из этого налога теперь священникам, диаконам распределяют. А зачем? Чтобы отсеять тех, которые не верующие. А я не плачу, храм не пускать, его делать ему нечего здесь. И видно, что он членом церкви не состоит. Вот как. Это вплотную уже подошло. Десятина снимает все. А зачем нам ваши налоги? Там мы и платить не будем. Мы сами платим. Десятина святая. Поэтому, с другой стороны, я не знаю, кто это там делает, ну, какой дух, но все-таки десятина не дает покоя. Это последнее, самое страшное благословение. Хотя в этом Бог говорит, испытайте меня. А в новом завете что, не надо испытывать? Испытайте, не открою ли вам двери небесные, не изолью ли милости на вас. Десятина, десятая часть человеку не принадлежит. Бог приложил к 90 заработанным туда. Вот сегодня вы знаете, какое событие мирового значения сегодня состоится? Поднимите руку. Его ждали больше, несколько лет ждали. Событие, только сегодня оно совершится. Завтра узнаем результат. Не знаете. Вот теперь видно, что не знаете. Сегодня будет бой без правил у Федора Емельяненко. Самым знаменитым борцом. Вы не думаете, что это так? Не будет, а уже прошел. Ну, а результата пока не дали. Не показали. Говорили, что на 19-е вроде бы. Да, программу матч включайте и смотрите. Но я в интернете, как они взвешивались, и нету. Бой не выставлен нигде. Ничего сразу бы появилось, а сразу. 9 часов утра, вот сейчас пока да. Мы говорим. Вы думаете, это в Америке вот. Сейчас не 9 пока, так скажите. Нет, в 5 часов по московскому времени. Вот. Сколько вот они выступают? Зачем это нужно, когда бьют все время в голову? Они болеют после этого. Зачем это нужно? Затем, что если бы не платили, они бы не делали этого. Значит, бьют. Зачем бы артист кривлялся, если бы за трус, говорит, не платили ему? Это мы виноваты, что там это есть и убивают друг друга. Я хотел узнать, сколько, и наконец узнал. Сколько один бой сегодня выиграет, и сколько он получит. Я в рубли перевел. 20 миллионов. 360 миллионов рублей. За один бой. А бой будет, считается, не 6 раундов, а в первом раунде закончится. Борьба будет продолжаться не более 5 минут. И 360 миллионов рублей... Согласитесь, что стоит ради этого, чтобы тебя молотили. Он считается самый известный за последнее столетие борцом. Значит, о чем молиться? В первую очередь, чтобы нас не побил он нигде. Он выходит всегда с крестом и выходит всегда перекреститься и на исповеди. И показывает церкви, стоит вот так вот пачку свечей, держит, приносит свечи, а потом так поклоняется и мощам поклонился, лбом боднул. Настоящий наш православный. А зачем ты там? А чтобы проучить их. И священник его благословит, чтобы проучить. Он же когда выходит, вот там же песня идет. За Русь православную. Это сегодня может быть будет. Еще несколько маленько показать так. Песнопение еще. Про гимн. А гимн. Мало ли, что сегодня у нас случается. Надо все время анализировать себя вот в этот Великий пост. И те события в Ветхом Завете, какие нам предлагает Андрей Крицкий, в спокойной обстановке. Мы разбирали в университете, когда занятия шли. У нас уходил не один день. А здесь бывает один день в году, даже весь канон в один день. Это абсолютно невозможно, это просто для отмазки. Надо его медленно дома читать, открывать эти события. Вот вам занятие. Займитесь этим. Поищите. Ну вот так почти, что говорится, и все. Песнопение. Песнопение сейчас Надежда Васильевна
У брата есть еще слово, две минуты. Да, подожди, сейчас пропоет, тогда уж разрешили, что снова пропоет. Дай-ка. Послушайте, что человек незнакомый нам. Книги,
У нас так и называется. Сайт называется «Во свете Библии». И здесь вопросы и ответы «Во свете Библии». 33 тома, везде такое название. И Господь как коснулся сердца человека, чтобы это сделать. Думаю, что это не бесплатно все это. Я вам говорил, что парализованный Сергей решил параллельный наш переделать, что еще лучше сделать. И нанял работников, как из Израиля, из Белоруссии, знакомые это. Я кое-как узнал, сколько он заплатил за передел. Это не переделка, а, ну, чтобы легче было доставать, это 300 тысяч. Я так ахал, да невероятно, это не может быть, я за 3 рубля умираю. Вот так Бог делает. Открывает и закрывает. Вот вчера одна с Америки звонит, вот я ролик выставил небольшой, она прям вся пылает. Радуется, не может остановиться, что наконец-то мы нашли, что искали, нашли с мужем, с семьей, и теперь как помочь вам, что-то выслать вам. Ну, видно, что не богатые, но $100 я вам завтра вышлю. Что, я зазомбировал ее за океана? Люди искали, чтобы говорили правду, и чтобы это было в православии, и чтобы было по святым отцам, и по канонам. Нас ищут, но никто почти не знает. На днях вдруг у меня сразу посещаемость возросла в 3 раза. Я говорю, с чем-то связано. Где-то что-то про нас кто-то говорил из знатной. Когда Дворкин выступил, представьте, в 20 раз на следующий день посетителей больше у нас было. Почему мне этот проректор Семкин и говорил, любая антиреклама – это настоящая реклама. Ну, смотрите, вот, чем больше там говорит, не как принято, Жириновский-то, тем больше он известен. И здесь мы увидели это. И вчера мне один человек и говорит, я ваш форум, сайт сделала известным, послала там какие-то, ну, раздаем мы визитки, где-то далеко, я не понял до конца, на Востоке, чтобы там включили в какую-то нас систему. Теперь я понимаю, от чего. То есть люди стараются дать раскрутку. Я слишком много этому придаю. Говорят, вот если бы был близких отношениях с Путиным, я, и теперь он бы явился мне, как во сне, мне он явился, и мы бы с ним разговаривали, он бы, ладно, сказал, проси у меня, чего хочешь. Ну, не до половины царства, а поменьше. Ну, конечно, в первую очередь, мне нужно, чтобы Дональд Трамп познакомился со мной даже. Отпустил Игорю комбайн купить, барабашу. Больше цели у меня нет для Потеряевки. А здесь бы я сказал, Владимир Владимирович, повлияйте на разные там органы, чтобы наш сайт был известен, раскрутку ему дать. Мы не можем его раскрутить никак. 350 человек больше нету. Каждый день 350. 350. Не можем. Вы поднимется, на завтра до 200 скатится опять. Почему? Это наши посетители. Когда люди приходят, а почему, о вас нигде не знали. Помолиться, чтобы Бог открыл у нас всех сокровища очень и очень большое. Вот какие маленькие мои сведения вам. Спаси Господи, спаси Христос. Ничего маленького. Можно? Много уже говорили сегодня. Нет. Я по поводу вот этого гимна. Мне он очень понравился. Может кто-то распечатать, братья, текст нам, чтобы мы выучили и могли здесь на песнопениях петь. Мне бы хотелось. Лиза Васильевна перепишет. Брат, два слова. Два слова. Меня не будет здесь, я просто хотел дату осветить, тут дату Емельяненко освещают, а то, что с нами произошло, уж естественно надо осветить. 2 марта, не каждый же помнит это, что случилось. 2 марта революция произошла, первая, она же и последняя. 2 марта 1917 года началась революция. Называется она буржуазно-демократическая, назвали ее так. Хотя она первая явилась первым, как говорится, первой ласточкой того, что случилось дальше с Россией. А что было перед этим, никто не вспоминает. В 1877 году православная Русь под руководством великого императора Александра III, освободителя, решила освободить Европу от турецкого ига. Помните? Забыли, да? Так она освободила Александра II, а я как он сказал? Александра II, освободителя. Она освободила от турецкого ига. 1877 год это был. Весь год бились с турками, побили их там 90-100 тысяч и так далее. Своих-то там положили. И образовалось 4 государства. Это Югославия сегодняшняя, там Сербия входила, Черногория. Образовалась Греция, Болгария и Румыния.
Понимаете, о чем идет речь? Четыре государства, и все государства связаны с православием или чисто православные до конца. Одна Румыния там более-менее. Остальные все православные государства. И это сделала Россия, пролив море крови, турецкой и своей. И сейчас продолжение идет точно такое же у нас. Вот прям задумайтесь сами, к чему все ведет у нас. Опять Россия лезет защищать православных в Сирию. Мы там православных защищаем. И получается, убили сколько боевиков, передают? Около 50 тысяч боевиков убито. Ну, этих, ИГИЛ. Кто это? Это мусульмане, эти турки самые. Это вот они и есть, которых убивали в 1877. А Слово Божие говорит, проливший, поднявший меч, от меча погибнет. Проливший кровь чужую, прольет свою кровь. Вот у нас сейчас вот пел гимн, вот поет правильно, он говорит, православный бой. И сейчас там подскочила вся московская патриархия от радости. Православный бой мы ведем. Какой православный бой? Побольше войск, танки, армата, побольше тигров этих новых боевых машин, которые там подметки, этот хаммер не годится. И мы вообще там дороги сейчас есть. И главное тепло. Мы так к зиме готовимся. В Арктике уже там батальоны. А тут нам тепло подавай. Да мы одним вот этим мизинцем всех повалим. Это было? Было. И продолжается все. И чем заканчивается? Огромным пролитием русской крови. Я не знаю, ну больше наша страна столько пролития крови не вывезет просто. Ну никак не должно. Там на каком-то не генном уровне, а молекулярном уже, микроскопическом, базеты эти будут. Они до того дойдут, что не будет вообще России, как об этом сейчас все говорят. Да не нужна эта Россия, этот русский народ не нужен. Вы разъедьтесь везде. Вот сейчас бы сказали, ты поедешь, я на Мадагаскар сразу еду. Самое лучшее место, там нету диких животных, всегда тепло. 24 градуса средняя температура. Вот очень доброжелательные местные жители. На французском говорят, как мне нравится французский. Ну, русский язык богатый, все, но он очень ко многому обязывает, запомните, ко многому. Какие стихи здесь читали, какие песнопения поются. Ну почему вся подлость и вся вот эта кровь, это опять на русском языке? Ну почему так привыкли? Сейчас, Емельяненко там с крестом, он там всех побивает. Побивает капитально, сам получает сколько, этот Емельяненко, и бьют его как... Но он вырывается, вот чисто показатель русских. И не сказать-то, что он в жестокости, он потом может и погладить, там, и поцеловать этого, которого побил-то уже. Очень добрый. И он никогда, он даже не улыбается никогда, он такой спокойный всегда смотрит. Такое впечатление, с похмелья немного. Ну так, ему как-то тяжеловато, ну ничего, вывезем, мы же русские. Нам огурец только, и потом запить рассолом. И у него главное здоровье, и не видно, что у него такие мышцы. Он такой, я на себя посмотрю в зеркало, ну так немного живот убрать, точно такой же. Ну то есть он вот сопоставляет таких, ну, здоровых русских мужиков, которые ходят, только это, он пиво, видать, не пьет. И занимается, конечно, кувалдой этой бьет, такие показывают резины, там, молодец. Ну показали Россию, ну да, и вот даже благословил. Вы можете себе представить, что вот приходит такой Емельяненко, даже он монахом побыл немножко в рясе, вот как... Ну, в черной, подходит такой вот, как я, и такой говорит, благослови меня, муж святый, побить там этого, какого-нибудь турка. Я ему там кровь пущу. Ну, что, смеетесь, что ли? Да разве могло такое быть? Кто бы пришел просить пролить чужую кровь-то? Когда он черноризец, там сидит там этот книжный червь. Тогда-то уж были книги, тогда уже все Евангелие знали. И сейчас придумывают, ну, на ходу, и клятвы. И самое лучшее – это кулак. И кулак такой, окровавленный кулак. Как там, дай мне, Господи, 5 минут не побыть христианином, да? Все, завершить тут, всех сирийцев этих спасти, перебить там, тут кулачком кровавым. А потом опять у нас все хорошо, православие восторжествовало. 72% православных в России. А кровь-то, которую пролил, куда деть? Кровь чеченцев, дагестанцев, она есть. Кровь афганцев. А мне те, кто в Афганистане воевал, рассказывали, как они кишлаки с детьми, с малыми там всем, они же оторванные головы.
Они стреляли, вот в кишлак полный детей, женщин, а они прям с дувалов стреляют оттуда. Дувал не пробить пулей. И поэтому с вертолетов, с самолетов по этим дувалам, а там дети, там вот так все перемешано, там никого нет уже, все. Там никто, говорит, их не считал. Сразу один бой, это весь кишлак смели. Это мирных жителей сразу ушло, там тысяча-полторы, готово, нету. Это вот рассказывали они, немного выпьют, он все рассказывает. Я интернационалист, я говорю, ты убийца. Ты как не понимаешь, что кровь на тебе? И как они кипят, они сразу начинают зубами скрипеть такие. У них глаза вот так вот, он к тебе тянется. Был бы ты поменьше, я бы тебе сейчас вот прямо дрожит весь. И они все такие, помните, у нас Гоша был? Только начали говорить о том, что кровь эта пролитая, она на тебе останется. Сразу вскипел, все, а до этого православие нравится, все нравится. Был у нас такой тут афганец здесь. Я просто у него как бы был этим поручителем, и поэтому много знал. Он не пьяный мне это рассказывал, он трезво рассказывал, как он убивал. Резюме такое. Сегодня 2017 год. Ровно 100 лет прошло с тех пор, как Россия решила, души людские решили изменить этот мир сами. Почему? Мне понравилось одно выражение, сейчас много об этом говорят, что русские поверили сами в ту сказку, которую придумали их деды. Придумали великую сказку свободы человека на русской земле. Нету никакой свободы. Свобода та, которая вот в Слове Божьем, вот которую Христос даровал. И посмотрите, как написано. Не обижай там, не желай ни раба твоего, ни рабыни твоей. Как Господь, да ты как? Ты же свобода человека. Ну вот написано, Господь перечисляет рабов там. То есть у нас даже рабы свои могут быть. Там вот сейчас стоит за мной. И там это, Игорь Владимирович, хватит уже, поехали. А ну да, сейчас. Это кто? Это раб мой. Вот до чего даже может дело дойти. Ты слуга чей-то. И ты должен, у тебя совесть должна быть чиста во всем. Ты не должен хозяина своего подсидеть там или что там, стараться его убить. Только мир, только православный бой во свете Библии. Во свете Библии Нового Завета, не Ветхого, скажем, а то сейчас сразу православный. Да, Ветхий Завет, там же точно убил, там он же пошел, Моисей там убивал, и все им сразу убивал вот это. Они так легко это слово произносят, как будто они только что вышли из-за угла, и котенка там порвали вот так, и теперь вышли такие спокойные. Ну это ж котенок, а человек это ладно. Поэтому молитва в первую очередь о России, чтобы Россия еще продержалась, чтобы не пролилась кровь наших детей, внуков, ваших, наших. И чтобы наши чада были искренне верующими. Чтобы все это, вот все, что православная истина, вошло в них. Аминь. Игнат Тихонович. Автор этого гимна Владимир Мочалин. О нем помолиться надо, он просил молиться. И что интересно, он уже, я не могу сказать, но не меньше, наверное, 5-6 попыток делал, чтобы мы убрали этот ролик. Потому что он лучший вариант находит, и заново поедет туда и перепоют. Я говорю, не надо. То есть он все время стремится на улучшение самых. Я говорю, уже стоит и на входе, там у нас в напорм хороший. Там сколько, а сколько врагов восклицательных, а сколько друзей, 3 восклицательных знака. Тут написано, если ты будешь понимать, о чем речь. Владимир, звать и помолись, в знак благодарности ему. Достойно есть около истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе.
Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Посмотри. Так, убери, забери, убери пока. Слышишь? Убери потом. Сейчас записывают сзади. Ну-ка, обернись назад. Надежда Васильевна, так, подойдите ко мне. Я показываю. Смотри. Вот сюда подойди. Как книги выглядят. Открытым оком. Оком как бы глаза поднимает кверху. Вот, открываем первое. Это у нас какой? Шестой том. Ответы и вопросы. С какой же началось у нас это? Ответы на проповедь. Это не с первого, во свете Библии. О! Это у нас восьмой том. А может и раньше был. Я сам не знал даже. Посмотрим, какие. Названия какие. Сейчас я посмотрю. Подожди. Пятый еще нету, конечно. Вот. А седьмой? О, с седьмого тома пошло. Тут как-то получилось сильно. С седьмого тома. И дальше уже, если переходим мы на эти книги, вот они все разного цвета. Посмотрите. Вот я старалась соответствовать этому. Если это... Здесь у меня Коран разбирается, то мусульмане, у них зеленый свет делают, флаг у них зеленым светом, и поэтому, видите, какая зеленая, открытым оком, числа 24-3-15. Чтобы на корочке название книги было с указанием места писания, я вообще не знаю, в мировой литературе есть это или нет. То есть сделано, Господь помог, религиозно, талантливо, это не мое, это Господь показал. Вопросы, ответы. Вот, теперь, ну это-то все они одинаковые. Ну а дальше вот смотри, евреи любят золото, да его кто не любит? Видите какого? Золотого цвета. Видите, как они это изданы-то? 752 страницы. Теперь мы открываем первая страница, заголовка. И дальше, это уже не первая. Первая, вот как она выглядит у нас. Открытым оком. Это перевернули они, проповеди. Вопросы и ответы во свете Библии. Вот. Этому вопросу писатели и поэты. Вот здесь. Это открытым оком. Пожалуйста. Открытым оком. Ответы во свете Библии. И так до последнего. Это 30-й том открытым оком. Видите, как на заголовке. Открытым оком. Слово оком кверху. А раз кавычки показывают, оком открытым не будешь считать. Потому что оком, а дальше кавычки. Так нет. Открытым оком. Вот она. Открытым оком книга называется. И во свете Библии. Вот. Благодарю за внимание. Слава Христу. Давай, Тихонович. Давай. Вот она сделает, но без батюшки сделать этого нельзя.